Снова поляна идешь. Забыл, что мама говорила, сегодня будет болеть. Да разве я ем? Чудачка. Я не ем. Я только пробую. Вижу, как ты пробуешь. А что мама скажет? А мама не заметит. Заметит. Не заметит. Моему ходить банка поняли, бля, а сейчас остался вон сколько. А скажу, что Мурзик съел. А мама тебе не поверит. А я вот что придумал. Я возьму и намажу Мурзику губы вареньем. Вот мама и поверит. Мурзик, 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 вот. Держи. Все варенье съел. Не трогай Мурзика. Не твое дело. Мурзик, Мурзик.
придет. Здравствуй, дядь Кузя. Здравствуй, Стасик. Здравствуй. Дмитрий Ильичу, есть письмо? Есть, какой любопытный. У меня много писем. Ну скажите, дядь Кузя, есть? Ну есть, есть. А можно посмотреть, какая марочка? Увидишь, куда она от тебя денется. А, филателист. Здравствуй. Одну минутку. Здравствуй, Стасик. Вот вам письма. Ага, ты как на работу являешься. Это тебе польские. А вот вам австрийская. Ну-ка. А, вот. Такая у меня есть. А вот эту я возьму, не жалко? Нет. Ну, спасибо. Мишутка! Мишутки нет! Здравствуйте, Галина Николаевна. Это ты, Стасик? Угу. Здравствуй. Варя. Варя. А Мишутка пошел за молоком. За молоком? Сейчас придет. Я Варе принес котлету, кашу и рисочки. А куда же ты, Стасик? Стасик! А что ты хочешь за Францию? А ну-ка дай посмотреть. За Францию. За Францию. За Францию. Вот что, Мишутка. За Францию ты дай мне вот эту. Трехуголочку за Францию. За Францию. А что это такого? Ну, если тебе мало. Ну, если тебе мало, так я еще Америку прибавлю. А зачем мне Америка? А ты знаешь, что такой трехуголочки ни у кого на свете нет? Сказал. Я точно такую марку видел у Костиного брата. Даже две. Так я тебе и поверил. Что? Ничего. Ну, тогда я с тобой сори. Ну, пожалуйста. Мишутка. Ну, чего? А хочешь, я тебе за нее дам Францию, Америку и памятник? Нет, эта марочка у меня необменная. В Африку пошел. Без ноги. А я на одной. Будто на одной ноге бегать нельзя.
Вот я бегу, а он за мной догоняет. Сам за вторую ногу и откусил, а я еще быстрее побежал. Врешь. В руки шьют. Нет, правда, правда. Как же ты мог бежать без ног? Новые выросли. Все равно это врать. Кто-то вас врать учит. Как вам не стыдно? Чего стыдно? Ну вот так врать-то. Мы же никого не обманываем. Мы просто выдумываем. Ага. Будто сказки рассказываем. Мы это как это на букву Ф? Как? Фантазируем. Подумаешь, какие нашлись фантазеры. А по-твоему, легко выдумывать? Конечно, легко. Ну тогда выдумай что-нибудь. Правда, выдумай. Выдумать. Сейчас, пожалуйста. Ты на небо не смотри, там не написано. Сейчас. Дайте подумать. Ну что ж ты ничего не придумываешь? А говорил легко. Подожди, не мешай. Вот, придумал. Один раз я дразнил собаку. Она меня цап за ногу и укусила. Да что ты? Не веришь? Честное слово. Даже шрам остался. Во какой. Ну и что же ты выдумал? Что? Что было, то и рассказал. А говорил выдумывать, мастер. Мастер, мастер. Я мастер? Да не такой, как вы. Вот вы все врете, да без толку. Вот я вчера соврал, и это зову польза. Какая польза? Какая польза? Какая? А вот такая. Вчера вечером мама и папа ушли в кино. Мы с Леной остались дома. Лена легла спать, а я залез в буфет и съел полбанки варенья. Потом, понимаешь, думал, как бы мне не попало. И придумал. Мама приходит, спрашивает, кто варенье съел. Я говорю, не знаю. Мама посмотрела, а у Ленки все губы варенье. Утром эта мама попала, а мне мама еще варенье дала. Вот и польза. Значит, из-за тебя другому попало. А ты и рад. А тебе что? Мне это ничего. А вот ты, как это называется? Ябеда. Да, ябеда. Правильно, ябеда. Сам вы ябеда. Уходи. Не хотим с тобой сидеть. Ну, уходите, если вам не нравится. Давай, уходи отсюда. Уходи, ябеда. Это вы уходите. Нет, вы. Уходи. Нет, вы. Нет, вы. Куда я не пойду? Пошли. Пусть он один сидит. Тьфу на него. Это на вас. Тьфу. Моя Марочка будет. Ну, сколько у тебя денежек? У меня только 8 копеечек, а у тебя сколько? А у меня только 2. Ну, сосчитаем, сколько всего. Всего 10 копеечек. Еще бы 1 копеечку, и было бы 11. И купили бы эскимо. Ну, посмотри, не завалялся тебе где-нибудь копеечка? Да нет же, у меня карманов нет. Ну, ты посмотри получше. Слушай, давай поищем. Я один раз копеечку нашел. Давай. Копейка, 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 копейка. Попались, копейка. Ребят, у вас что, копейки не хватает? Да. Идите сюда. Давай. Копейка за тобой. Бери, бери, бери. Спасибо. Сначала я откушу, а потом ты. Нет, пойдем домой, разрежем ножом. Бежим быстрее, а то растает.
рассказывал. А я ж пошел в кино. Ах ты, бедненькая, бедненькая. Ну ладно, не реви. Я тебе свою полпорции мороженого отдам. Ну, я тебе полпорции отдам. Вот только попробуй разочек и отдам. Давай откусим понемножку и отдадим. Давай. На, ешь и никого не бойся. Пошли. Бабушка, я пришел. Молоко принес. Варя. Давай, давай, скорее, у меня все готово. На. Варя. Варя. Бабушка, я пошел. Ну, не надо. А я тебе покажу, что у меня есть. А что у тебя есть? Отдай откусить кусочек, тогда покажу. Ну, на. У меня марка. Какая марка? Отдашь откусить кусочек? Тогда покажу. Ну, на. Эти. Гляди, какая. Смотри мне, какая марка. Я теперь буду марки собирать. Все ребята собирают. И я буду собирать. А где ты будешь собирать? Ну, где-где. Еще где-нибудь найду. Кис-кис-кис. Смотри, котенок. Ага. Тебе что, котеночка достать? Да. А ну-ка пусти. Это твой котенок? Нет. А чей? Не знаю. Твоего возьмем себе. Да как же мы возьмем его себе? Он ведь чужой, он потерялся. А он мяукал. А что с ним делать? А он мяукал. Да что ты все мяукал, да мяукал. Пошли в том дворе спросим, его, наверное, ищут.
потерялся? Нет, нет, не потерялся. Мне только котеночка не хватает. А вы не знаете, у кого потерялся? Нет, нет, ребят, не знаю. Пошли. Пошли. Какие марочки. Вот это польская. Вот это у меня есть. А вот это и нету. Ни одной треуголочки. А может, с той стороны? Нет. Там такие же. Дяденька, у вас котеночек не потерялся? Котеночек не потерялся? Нет, не потерялся. А что, вы котеночка нашли? Да, нашли. А-а-а. Бабушка, давай возьмем котеночка. Как это возьмем? Тихо. Нельзя, он чужой, он ведь потерялся. А я знаю, у кого есть котеночек. У кого? В домике на горке. Эй, есть кто-нибудь дома? Есть. Кто? Потерялся. А какой у вас потерялся? Никакой не потерялся. Так чего зря разговаривать? Сколько времени за тебя потеряли? Постойте, я знаю, чей это котенок. Чей? Здесь недалеко живет мальчик Яша и девочка Леночка. Это их котенок. Пойдемте, я вам покажу, где Леночка живет. Не надо, мы сами знаем. Леночка! 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 Живого! Нам не тебя надо, нам Леночку! Мы хотим котеночка отдать! А почему это Леночку? Потому что ты этот обманщик! Сам съел варенье, свалил на Леночку! Варенье на Леночку свалил! Не будем с тобой дружить! Ябеда! Ябеда, корябеда! Уходите! Это не ваша улица! Обжора! Обманщик! Thank you.
сейчас же. Быстро спать. Закрыть глазки. Вот так. Яшкин характер меня тревожит. Оказывается, это он съел варенье. Ну и на здоровье. Ах, это он съел варенье? Да, ты представляешь целую банку. Ну тогда нужно дать ему касторки. 3 столовых ложки. Слушай, а как он относится к своей сестричке, а? Другой бы старший брат увидел, что у сестрички стульчик сломался, взял бы и починил. Ну, что он маленький, не понимает еще. Маленький. За это варенье его все ребята дразнили. Ребята понимают, а он нет. Ну, ничего, подрастет, все поймет и тоже будет совершать хорошие поступки. Здравствуй, дядь Саша. Здорово. Вы не знаете, где Дмитрий Ильич? Посмотри у телескопа. Я Толя! Эй! Вы не видели Дмитрия Ильича? Да вон он пошел. Дмитрий Ильич! Дмитрий Ильич! Скорее, мне некогда. Я в машине. Хорошо. Не повезло тебе сегодня. Всего одна марка. Ничего. О, треуголочка. Как у Мишутки? А кто вам из Африки письмо прислал? Африканец? Африканец. Тоже ваш ученик? Тоже мой ученик. А вы были в Африке? Не был. И я не был. А вы? Вы надолго? Да часа на два. А когда я вырасту большой и стану профессором, как вы, мне тоже ученики будут письма писать? Ну, конечно. Вот тогда у меня сколько марочек будет. Ну, до завтра. Поехали. Целовались с тобой, пахли палубы, клели вам хорошо, как в лесу, и бумажка приклеили на у тебя на носу. Что, у тебя стульчик сломался? Да. Давай я тебя починю. Давай. Яша, мы с Лечкой пойдем в магазин, а ты оставайся дома. Когда мы вернемся, пойдешь гулять. Ладно. Ты следи за своим Мурзиком, а то он у тебя рыбку съест. Хорошо, буду следить. Сережа! Сережка! Чего? Смотри, какая мне марочка! А ну покажи! Смотри! А где ты ее взял? Не скажу. А я и сам знаю. Ну че ты не знаешь? Знаю. Ты ее у Мишутки взял. Я у нее точно такую видел. И вовсе не у Мишутки. А у кого? Врешь тебе секрет. Врешь ты все. Что это такое за слово врешь? Врешь! Мишутка, слушай-ка. Чуть ты? Что, испугался? Сам ты испугался. Это мне бабушка сделала. Я устраиваю звериный театр. А вот это гусиный доктор, похож? Похож. А вот мои почтальоны. Смотри, какие. Ой, ты. А что тебе, папа привез? Ага. Он мне еще медвежонка обещал. Упал ко мне. Упик корзину. Упик пошел. Пошел, Упик. Упик. Да, он просто не узнал меня.
лучшую марку отдал. Какую самую лучшую? Ну, треугольную, со львом. Чего я ему не отдавал? Откуда же у него взялась треугольная марка? Наверное, достал где-нибудь. Да где же он может достать? Я у него спрашивала, а он говорит секрет. А марка в точности как твоя. А ну, покажи свою марку. Сейчас покажу. Постой, постой. Ну, где твоя марка? Постой. Нет, нигде. Ты знаешь, я ему показывала эту марку. Он хотел обменять у меня, а я не согласился. Вот видишь, ты не согласился, а он сам взял. Вот тебе и весь секрет. Пойдем, отберем у него марку. Пошли. Чего вы? Отдай мою марку, вот чего. Какую твою марку? Треугольную. Да ты что? А ну-ка покажи свой альбом. Зачем я буду показывать свой альбом? А не покажешь, значит взял. Ну смотри, только издали. Моя марка. Конечно, твоя. Нет, моя, мне Дмитрий Ильич дал. Какой Дмитрий Ильич? Отдай марку. Я с тобой не вожу! Вы, пожалуйста, сам первым придешь. Очень мне нужно! Не помирюсь, пока не отдашь марку! Что мне отдавать свою марку? А что ты тут делаешь? Чиню Леночке стульчик. А, мастер, ломастер. Пойдем на море. Не могу. Не надо совершить хороший поступок. А что это у тебя, тигр, да? Ты что, тоже собираешь марки? А че это у тебя одна марка? А где ты ее взял? Это тебе, наверное, Стасик дал? Почему Стасик? Да потому что я у него такую марку видел. Шутка со Стасиком, даже из-за нее поссорились. Вот я и подумал, что тебе ее Стасик дал. Я ее совсем в другом месте взял. Что это у тебя? Рыбка? Сам видишь, рыбка. А как называется? Вуаля хвостка. Как? Вуаля хвостка. Рыбочка, рыбка. Слушай, давай меняться, а? Ты мне дай рыбку, а я тебе, если хочешь, дам свой свисток. Зачем мне свисток? По-моему, рыбка лучше свистка. Чем же она лучше? Свисток свистеть может, а рыбка что? Разве может рыбка свистеть? А зачем рыбке свистеть? Рыбка свистеть ведь не умеет. А зато она умеет плавать. А свисток ведь не умеет плавать. Сказал. Где это видно, чтоб свистки плавали? А зато рыбку может кот съесть. Вот и не будет у тебя ни свистка, ни рыбки. Понял? А свисток железный, его кот не съест. Мне мама не позволяет меняться. Она говорит, что я захочу, она сама купит. Да где же она купит такой свисток? Такие свистки ведь не продаются. Да это настоящий, милиционерский. Да я как выйду во двор, как свистну, сразу все ребята подумают, что милиционер пришел. Сереж, дай я. Сереж, ну дай посвистать. Ну, Сереж,
Ну, не будь же, ну, Сереж. Ну, Сереж, ну, один раз. Где у тебя будет жить рыбка? У тебя ведь аквариум, нет? Так я ее посажу в банку. У меня есть вот такая банка. Ну тогда бери. Есть, поймал. Не раздави. Наливай быстрее. Сейчас. Пошли ко мне, посадим в банку. Рыбочка, 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 рыбочка. Ну, Яша, боже мой, что ты? А где ж твоя рыбка, Яша? Может быть, ее Мурзик съел? Не знаю. Нашел-таки время, когда дома никого не было. Взял и съел твою рыбку. Ну-ка, найди мне его быстро. А Мурзик на кухне молочко поет. А его здесь нет. Он, наверное... Иди погуляй, а то тебе от мамы попадет. Уходи, глупый. Тебе человеческим языком говорят. Нельзя домой. Мам! Мама! Ага, явился наконец. А ну иди сюда. Ишь ты, хитрец какой, чувствует, что виноват. А ну лови его быстро, лови его скорее. Сейчас мы его проучим. Мама! Мамочка, не бей Мурзика! Он не виноват. Как не виноват? А кто же рыбку съел? Это не он. А кто же? Это я. Ты съел? Нет, я не съел. Я променялся на свисток. Какой свисток? Какой свисток? Вот на этот. Как тебе не стыдно? Я нечаянно. Сережка сказал, давай меняться, вот я поменялся. Ну а почему ж ты мне неправду сказала? Я же на Мурзика подумала. А почему ты мне неправду сказал? Я боялся, что ты меня всыпешь. Что-что? Я боялся, что ты меня заругаешь. Правильно, обязательно буду ругать, потому что ты нечестный человек. Нет, я честный. Нет. Честный. Нет, я честный. Вот увидишь, я честный.
мертвую рыбку. Ах ты! Вот тебе! Вот тебе! Ну вот. Хотел принести рыбку обратно, ничего не вышло. Сереж, а как ты думаешь, что надо сделать, чтобы получился хороший поступок? Не знаю. Я не знаю. Знаешь что, давай меняться. Ты мне дай обратно свисток, а я тебе свою удочку. Пойдешь на море, поймаешь рыбку и отдашь маме. Вот и будет хороший поступок. Сейчас принесу. Вот какая удочка. Ну давай свисток. Хитрый какой. Сначала поймаем рыбку, а потом уж я дам твой свисток. Ха, испугался. Смотри, какая удочка. Первый сорт. И крючок есть. И грузила, и поплавок. Как закинем, сразу поймаем. Опля! Держи крепче. Смотри, как только поплавок дернется, сразу тащи. Ага, клюет. Клюет! Яшка, тащи! Ну чего ты смотришь? Тащи, Яшка! Ну! Есть! Сорвалась! Во, рыба была! Крючок откусила! Сереж, вот такая рыба была! Честное слово такая! Ты видел? Вот такая большая рыба! Вася! Да ладно я! Не жалей. Сереж, а как же хороший поступок? Не знаю. Ничего не слышит. Вы что здесь делаете, а? Дай-ка сюда. Вы чьи? Ничьи. А рыба где? Сорвалась. Крючок откусила. Большая рыба? Вот такая. Вот такая. Нет, вот такая. Наверное, акула. Как зовут тебя? Сережа. Сережа? Да. А тебя? Яша. Яша. Яша, манная каша. Яш, ты чего такой грустный? Рыбу жалко, а? Яша, простокваша, что рыбу жалко, да? Угу. Хотите, я вам такую вот рыбу поймаю, а? Да. Вот такую. Яш, хочешь? Не расстраивайся. Сейчас нырну поглубже. Будьте здесь. Я быстро. Крючок. Нет, не наш! Есть! Ха-ха!
часы Ваня тоже ходят. Если я маме огурцов нарву, хороший поступок будет? Думаю, хороший. Полезли, полезли. Опа. Не выгружай. Почему? Потому что сейчас все понесешь обратно. Куда же я их понесу? Они ведь на грядке росли, а их сорвал. Теперь они все равно ведь расти не будут. Ничего, ничего. Ты отнесешь туда, где сорвал. Понял? Ну, я их лучше выброшу. Ишь ты, выброшу. Ты их не сажал, держи. И не имеешь права выбрасывать. Иди, иди, иди. Там дедушка нам свистел, а мы убежали. Вот видишь, что вы делаете. А если бы он вас поймал? Он не догнал бы. Он старенький дедушка. Бессовестный. Ведь дедушка за эти огурцы отвечает. Узнают, что огурцы пропали, скажут, что дедушка виноват. Ну что ты швыряешь огурцы? На, пошел. Ну и пусть. Лучше у меня совсем сына не будет, чем будет сын вор. Ну не надо, пусть у тебя сына не будет. Мам, я же не сгубила. Mm-hmm.
чего плачешь тут? Дедушка, я огурцы принес. Какие огурцы? Которые мы с Сережкой сорвали. А мама сказала, что погонёт обратно. Вон какое дело. Я вам, значит, свистел, свистел, а вы в это время огурцы тащили, а? Нехорошо. Ну чего хнычешь? Иди выкладывай огурцы. Ну смотри, больше не делай так. Это тебе, небось, Сережка научил. Нет, дедушка, я сам. А Сережка мне свои огурцы отдал. Ну как, все, что ли? Все. Нет, не все, дедушка. Одному не хватает. Как так не хватает? А где же он? Дедушка, я один огурец съел. Что теперь будет? Ну, ничего не будет. Ну, съел и съел на здоровье. А вам, дедушка, ничего не будет за то, что один огурец пропал? За один огурец ничего не будет. А вот ежели бы ты остальные огурцы не принес, вот тогда да. А что было бы? Ну, знаешь ли. Ну, ладно, беги. Дедушка! Ай! А как этот огурец будет считаться, который я съел? Украл я его или нет? Вот задача. Ну, пускай не украл. А как же? Ну, считай, что я тебе его подарил. Спасибо, дедушка. Я пошел. Мишутка!
А что ты делал, Стасик, когда мы с тобой в ссоре были? Что я делал? Я скучал. И я скучал. Смотри, на кого похоже? На жирафа. Ага. И на кузнечиков. А я один раз шел по улице и раздавил там автобус. Как же ты мог раздавить автобус? Ну как? Наступил ногой, раз, и раздавил лепешку. Вот так соврал. А вот и не соврал. Как же не соврал? Автобус-то вон какой. А ты вон какой. Автобус же был маленький, игрушечный. Его мальчишка тащил на веревочке. Так бы сразу и говорил. А вот я раз летал на Луну. На чем же ты летал? Как на чем? На ракете. На чем же еще на Луну летают? Ну что ты там видел? Ну что? Ничего. А говоришь, на Луну летал? Конечно, летал. А почему же там чего не видел? Это ведь было ночью, темно. Я во сне летал. Ну так бы и говорил сразу, я ж не знал, что ты во сне летал. Ребята, я тоже придумал. Ну что ты придумал? Ребят, ну только послушайте. Ну-ка давай, рассказывай. Ну послушайте. Один раз я был в Африке. Я там крокодил съел. Вот так соврал. И ничего не соврал. Так почему ж ты живой остался, если тебя крокодил проглотил? Так он же меня потом выплюнул. Фантазер. Фантазер. А кто это такой? Кто в тайге, зашел костер, фантазер, кто в тайге?